Центральное кладбище Вены. В апреле-мае 1945 года на Центральном кладбище Вены находилось как минимум 5 мест захоронения советских граждан и одиночные могилы погибших солдат в разных частях кладбища. Перестройка главного захоронения, там, где оно находится сейчас, началась с конца июня 1945 года. Прежние могилы и могильные камни были убраны. Как минимум 2 могилы с капитальными надгробиями исчезли. Официальное открытие советского воинского захоронения состоялось в присутствии представителей армии союзников 10 августа 1946 года. На момент открытия было установлено более 600 могильных камней. Единое советское воинское захоронение военнослужащих и граждан СССР на Центральном кладбище разбито на 6 секторов. Количество похороненных на советском воинском захоронении превышает 3000 человек. Точное количество назвать нельзя, так как нет данных о количестве захороненных в братских безымянных могилах. 22 июня 2017 года по инициативе Российского военно-исторического общества у ворот номер 10 Центрального кладбища был установлен монумент, где было обнаружено захоронение с останками 198 советских граждан. Это черный с золотом обелиск авторства скульптора Дениса Стритовича. Стела возвышается на 3 метра 60 сантиметров и украшена стилизованной звездой на вершине и надписями на русском и немецком языках. Здесь покоятся советские военнопленные, погибшие в 1941-1945 годах. И никто не забыт, ничто не забыто. Там же, у ворот номер 10, находится место захоронения погибших советских военнопленных. Оно было утеряно на многие годы, и лишь в 1980 году в результате подкопа было установлено, что там находятся останки советских военнопленных. Это подтвердили и документы военного времени из земельного архива Вены. Исследовательский центр «Память» после обработки многочисленных документов из различных установил и имена 183 погибших. На Центральном кладбище захоронено 10 героев Советского Союза. Один из них – постный Алексей Владимирович. Командир 1144-го легкого артиллерийского полка, 170-й легкой артиллерийской бригады, 19-й артиллерийской дивизии майор Постный погиб 12 апреля 1945 года в боях при освобождении Австрии. Похоронен в братской могиле в районе Фольксгартен города Вена, а в 1956 году перезахоронен в мемориальном комплексе на Центральном кладбище Вены.